Всем привет! Всем приветик, с вами Миха, и я сам свой скин сделал. Да. Скин, я соглашусь, дурацкий, но я его хоть сам сделал. Выпадной. Напишите, какой скин лучше. Вот этот. Эдди Миша. Или вот это. Ну, такой глюк бывает. И мы будем играть в игроке номер один. Я уже там с игроками много чего походил. И я думаю на счет... как мы его... А, точнее, моего серия. Он будет скоро доступен. Хочется следующей неделе. На эту карту вы можете зайти с помощью блока Мэна. Я уже много построил, напишите всего, где вас, я твой подписчик, и я вам сделаю отдельную комнату. Смотрите, я могу даже красть вещи. Ой. Видите? И да, тут другая фос. Так. Короче, и вы попадете на эту карту с помощью блокмена. В жлока номер один. Вы сюда вот так как-то попадаете и видите сразу мой мульт. Да. Пройдите через этот ковер. Дальше вот так, бла-бла. Скажите, я уж подписчик. Вот, например, Макс. Ну, он мой старый друг по блокмену. Во. А что с едой? Можете не убивать скотину, она мне пригодится. Во. Я наоборот их развожу. Оно... Вот. Скотина, так скотина. А ну. Молодец. Молодец. Это. А, точно. Мобы. Я люблю выживать без мобов. Ну ладно. Но я выключу мобов. Ну так, маленький обзор моей карты. Карту я буду включать иногда по будням. По выходным вряд ли. Ну ладно. Кажется, я закончил. Видите? Я развожу скотину, потом ее убиваю, опять разложу. Получается мне плюс мясо и кожа. Из кожи я делаю одежду, дальше добываю краситель. Вот так. И все, краситель есть. Это, скажем, фиолет. И вот, можно красить. О! Ну ладно. Всем пока.